Полным ходом идут открытые сессии советов сельских поселений. Жители, став участниками этих мероприятий, получают прекрасную возможность, что называется, из первых рук, получить точную информацию о сделанном за год. Для них это очень важно и необходимо. Почти 4500 жителей проживают в населенных пунктах Черноярковского сельского поселения. Они работают в образовании и культуре, добывают нефть и выращивают рис. Люди самых разных профессий своим трудом способствуют тому, чтобы их родное поселение жило и развивалось. Здесь есть крупные предприятия, продукция которых пользуется спросом, а также успешные крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. В докладе главы сельского поселения было сказано, что за 2022 год выполнены все плановые показатели по формированию бюджета. Сельское поселение заняло второе место в краевом конкурсе по социально-экономическому развитию и получило солидную дотацию за это достижение. За счет этих средств проведены следующие мероприятия. Произведен ремонт тротуара по улице Западной от улицы Школьной протяженностью 102 метра у школы номер 49 Кудропролинской на сумму 245 тысяч рублей. Сделано устройство стоянки для автотранспорта по этой же улице, возле этой же школы Кудропролинской, на сумму 430 тысяч рублей. Произведен ремонт тротуара по улице Школьной от улицы Западной протяженностью 30 метров Кудропролинской на сумму 70 рублей. Установлены знаки количества 10 штук на сумму 27 тысяч рублей. Приобретены и установлены секции перильно-перечевого награждения хутора Черный Ерек около школы номер 51. За счет средств дорожного фонда проводилось грейдирование дорог с частичной подсыпкой щебнем, которого было завезено 500 кубических метров. Большое внимание уделяем уличному освещению. Техническое обслуживание, содержание и уход уличного освещения запланирован и освоен в сумме 430 тысяч рублей. Также производятся работы по замене лампочек уличного освещения. Сумма затрат на приобретение ламп уличного освещения составила 210 тысяч рублей. Сумма затрат на услуги автовышки составила 135 тысяч рублей. В течение года приобретались поручные насосы на водопорной башне на сумму почти 500 тысяч рублей. Также проводились работы по ремонту водопроводных сетей, приобретались трубы для замены изношенных участков. Была проведена замена 800 метров водопровода в хуторе Черный Ерек. Сделано освещение парка «Молодежный». Заменены крыша Черноярковского дома культуры, его окна, уложена плитка около входа. Словом, все полученные средства грамотно использованы для развития социальной сферы и благоустройства. Глава Славянского района Роман Синеговский отметил, что в поселении четко работает одна команда, которая понимает, что приоритет должен отдаваться развитию экономики. Он сказал, что благодаря накопленному опыту руководству сельского поселения удается решать поставленные задачи. В Славянском районе одно городское, 14 сельских поселений. Мы встречаемся, общаемся, по возможности помогаем, конечно, на софинансирование программ, выстраиваем в целом политику, помогаем выполнять где-то проектно-сметную документацию, на уровне края продвигаем эти программы. Но поверьте мне, вот намного проще главе района и моей команде работать, когда на местах люди правильно подобраны. То есть я считаю, что Николай Петрович уже много лет работает, опытный человек. Мы вошли в пятерку районов, которые работают устойчиво и динамично развиваются на территории Краснодарского края. А у нас 44 муниципальных образования. Поэтому это труд, конечно же, всех вас, всех предприятий, которые трудятся на территории Славянского района. Роман Синеговский доложил собравшимся об основных итогах социально-экономического развития муниципалитета за прошедший год. Во всех поселениях были выполнены планы по формированию бюджетов, собранные средства направлены на благоустройство и развитие социальной сферы поселков, станиц и хуторов. Наш район уверенно называется в числе лучших по многим показателям. И это, конечно, вызывает чувство гордости у его жителей.
Проблемы в Черноярковском сельском поселении, конечно, еще есть, но его глава правильно расставляет приоритеты, чтобы бюджет поселения был направлен на самое неотложное. Дороги, освещение, благоустройство – эта работа видна всем жителям. Мне в голову сейчас пришла народная мудрость: где родился, там и пригодился. По крайней мере, коллеги моего педагогического коллектива, моей родной школы номер 51, так считают. И вот действительно, когда ты любишь свою малую родину, наверное, много можно сделать ради, прежде всего, ради людей, которые здесь живут. Работают дома культуры, в них работают библиотеки. Работники, сотрудники домов культуры, они стараются проводить мероприятия. И это самое главное, вот наши социальные партнеры, потому что они выходят в школы, проводят мероприятия. Сейчас намечается тенденция, когда отток молодежи не так виден. И это благодаря, конечно же, созданию рабочих мест. В том числе и это заслуга индивидуальных предпринимателей, которые дают работу молодежи. Станица Черноярковская, чья история насчитывает уже более полутора веков, не стоит на месте. Есть изменения к лучшему. Решением совета сельского поселения работа главы администрации была признана удовлетворительной. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».